Привет всем! Это веселая компания, журналисты, еще представители Министерства здравоохранения. Ой, не здравоохранения, охраны окружающей среды. Юра, это специально для тебя. Мы зашли вот в такой туристический сервис агентства. Юрсервис называется. Хочешь из Японии приехать в Армению? Товарищи, знакомлю. Он корреспондент в Японии. Какой не буду уже все рассказывать. Скажите ему привет. Я сегодня ему обещала, что запишу, как мы поедем на Сиван. Он, правда, соскучился по ракам. Но сейчас как раз вот закрытие сезона лова. Запрет существует. И, да. Вот. Ну, она работает на радио. Привет. А вот это Анна наша, она работает на телевидении. А Ревхат тоже на телевидении. Девочка Тагуми работает в газете. Да. Наша Гугар работает в Ньюспресс. Это такой сайт новостной. Торос у нас фотограф. Вот он разговаривает на западно-армянском. О, это вы, Хакоб. Очень приятно. Это новый журналист в сообществе экологических журналистов. Арцрун Пепанян у нас писатель и публицист. Кстати, у тебя есть на русском что-нибудь посоветовать нашим русским зрителям? Дом Ростова? Ростовых. Мегира? Мегира. Это что, это бог древний или кто? О, интересно, будем искать в интернете. Значит, мы пока как сели вот в тот синий спринт. Это такой маленький мини, да, автобус. И чтобы поехать на Сиван. И сразу он как-то вот у нас забарахлил. Это у нас центр Еревана. Дождливый. Хотя зима. Сильно выходить не буду. Но вот мы остановились. Как раз вот машина сломалась там, где туристическая фирма. Сейчас давай спросим, сколько будет стоить куда. А можно у вас спросить, сколько будет стоить, вы организуете туры из Японии, из Америки, из других стран в Армению и обратно? Или у вас только внутри страны? Только внутри страны. К сожалению, мы сейчас сегодня не сможем узнать. Но встретимся тогда уже на Сиване, дай бог. В Ереване дождик был. А по дороге на Севан идет снег, еще туман. Это хоса Зовчика. А наглый, какой. Поспорили, кто будет первым. Что-нибудь скажет. Вам поспорили на молчание. Все. Ты у меня уже в кадре. Уже доехали до озера Сиван. Там много птичек было, но мы упустили. Сейчас видно, что озеро уже застывает. Местами есть уже ледовый покров. Жаль, что не очень ясно и очень мало видно горизонт. Да, полная зима уже в разгаре. Сейчас будем снимать на русском. Пришли покушать на берег озера Сиван. Смотрите, какие запасы. Это облепиха. Тут очень много облепиха растет. А там черешня, компот из черешни. Какой подвал, однако! Тыковки, надо тыковку забрать. А тут
тонир. Тут пекут хлеб. А можно зайти туда внутрь? Нет, закрыто. И снег идет. В общем, приехали покушать. Парив здесь. Мят шорджай танинг. Да, окей. Эс мэнк стэгэнг на стэлла. Бария хоржак. Я вон цек. Ես էստեղ դնեմ իմ պայուսակս, լուծեի նի բուդեմ սնիմաց, տակ, մի պրիշլի պակուշած, ինյա խաչու պակազած, իսիգը ձելոյդ տակույ ոտ ձիպը կիլկի, շաս բուդը պրոբուված, շաս իդյոտ զապրետ նա լով, նա, նաս ուգաստիլի վ ռեստարանի, ну, такого ярко выраженного рыбного вкуса и запаха нету, он в томате связан, сварен. А еще мы кушаем шашлык, вот это шашлык из свинины. Мне кажется, была еще говядина. То, что еще мы любим, это конский щавель. Привет, мисроп. Это у нас мисроп. Какой пушки? Слушай, не надо! Он привет Путину передает. Вот конский щавель очень вкусный. Давайте попробуем. Тут вкусно сделали или нет? Ты что любишь, дорогой мой? Привет. Его заклинило. Да. А, еще мы любим очень соленье. Везде в ресторанах у нас есть соленье. Я даже моченое, да, моченое яблочко есть. Малаганская капуста рубленная. Есть домашняя сметана ряженка. Это мацун? Да. А, есть и мацун, то есть это кисломолочный продукт. Еще вот у нас есть такая брынза. Это сыр такой соленый. Очень много зелени. Ну и все такое. А хлеб у нас вот такой матнакаш. Есть и лаваш, но лаваш мы съели уже. Вот. Что еще? На Сиване есть очень вкусный лимонад. Да. Дюшес. Грушевый. А еще облепиховый сок. И вон там еще тыковки стоят. Все, хватит. Будем кушать. Так. Надо одну тыковку забрать с собой. Давайте пойдем погуляем. Вот это карасы. О, есть даже игровая комната, но она закрыта. Ну, не сезон. Я хочу подойти к берегу. Смотрите, там вот эти солнечные батарейки греют воду, наверное, на летней бане. И сразу уже виден Сиван. Чистая водичка. Птички летят. Красота неописуемая. Вот такие у нас ресторанчики. Но сейчас закрыто. Очень красивое место, очень. Я попытаюсь спуститься сейчас на бережочек, если, конечно, не буду соскальзывать, еще грохнусь как. Ой, правда, сейчас туман и не очень хорошо все видно. И снежок. Мы когда проезжали, местами все заледенело, а тут вот пока бережочек не ледяной. Но обычно он зимой покрывается льдом. Ну, насколько он тонкий или толстый, это смотря когда, как придется. Кстати, Сиван один из самых высокогорных озер мира. Он пресный, вода пресная. То есть это огромный резервуар чистой питьевой воды.
А на берегу, кстати, там русалочка. Наверное, из бронзы выполнена. Вот так вот. Ну, пока. Вот коллега пришла. Да еще елочка. Уточки плавают. И уже замерзшая вода. До 15 января будет действовать запрет на лов рыбы, а значит и раков, конечно. Уже 2 года существует сеть экологических журналистов. В ней более 50 профессиональных журналистов из разных СМИ. И вот мы едем по всей Армении и смотрим, знакомимся с разными экологическими проблемами, освещаем все это.